Лайк плюс подписка! Сегодня в видео я поиграю во все версии Чикенгана, а если быть точнее, во все игры от разработчика Чикенгана, от разработчика Чалоапс. Поэтому, ребятки, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, потому что я Китик, и это видео обещает быть очень интересным. Всем приятного просмотра! Первая игра — это у нас Чикенган. Я сразу же захожу в нее, и сразу же вы видите главное меню. Я нажимаю просто играть, и вы все прекрасно знаете, что это за игра. Это очень крутая наша любимая игра Чикенган. Смотрите, что тут происходит. Тут какая-то жесть, как всегда, происходит. Но я пришел сюда, чтобы немножечко поиграть, чтобы вы видели, как выглядит Чикенган, чтобы сравнивать с другими играми. Итак, хобана, уничтожил его. Замечательно. Может быть, кого-то еще смогу завалить. Что происходит? Что здесь происходит? Черт возьми, все где-то бегают. Все что-то строят, непонятно. Получай, стреляется он тут, получай. Хотел убежать? Получай. Ладно, ребятки, я сильно долго на этой игре останавливаться не буду. Вы все прекрасно знаете, как выглядит Чикенган, как в него интересно и круто играть. Поэтому мы сразу же перейдем с вами в другую игру. Я все эти игры только что скачал. Pug Wars — наша вторая игра. Заходим. Танцующие песики, вот это я понимаю, игра прикольная. Давайте сменим себе никнейм на Китик. Посмотрим, что из себя представляет эта игра. Очень интересно на самом деле. Чего? Стоп, что? Я котик, прикол. Я котик полицейский. Ха-ха. Ну-ка, ну-ка, дайте я посмотрю на котика. Смотрите, как я выгляжу. Охренеть, прикольно. Я могу летать, что? Что? Только как я летаю? Что это такое? А-ха-ха! Вот это прикол, ребятки. А там песик, да? А ну-ка, иди сюда, я хочу завалить этих песиков. Не люблю песиков, ладно, люблю я всех. Получай. Я завалил песика, смотрите, ребята. Охренеть. Итак, тут у нас есть гранаты. Да, меня сейчас убьют. Да меня убили, да черт возьми. Отстань от меня. Отстань от меня, злой пес. Я хочу быстренько провести небольшие эксперименты. И тут есть у нас вот такие разные коробки. Как я вижу, да, но это нас особо не интересует. Тут есть машины, как я вижу, которые почему-то не прогрузились, охренеть. Так, машины ездятся хорошо, также умеют стреляться. Так, ладно, выходим из нее. Также тут есть у нас какие-то свинки. Чего? Охренеть, это свинья с пулеметами. Вау, я могу на нее сесть. Ха-ха. Страйкбокс, сэндбокс, идем. Мне уже интересно, что это за игра такая. Чалоапс, загрузочка, страйкбокс. Так, я сразу же меняю никнейм, как по традиции, как всегда, Китик пишу. И дальше нажимаю играть. Что же тут у нас будет, я не представляю. Все игры какие-то прикольные, все игры какие-то интересные. Смотрите, это карта из Чикенгана, получай, получай. Что за жизнь происходит сразу же? Я его убил, и он меня тоже убил, прикол. Тут какие-то солдаты непонятные, охренеть, охренеть. Так, гранаты есть, я могу кидать гранаты. Я могу тут строить что-то. Садимся на вертолет и летим. Получай, получай, я хочу тебя завалить. Я его убил, охренеть. Ха-ха, прикольно, мне нравится. Так, берем пистолет и стреляем в него просто. Пау, 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 пау. Пистолет очень мало наносит урона. Меня просто-напросто взяли и замочили. Капец, что за жесть. Дружище, пожалуйста, поставь лайк и подпишись на мой канал с колокольчиком. Мне будет очень приятно. Смотрите, какой брутальный мужик идет. Вот это да. Я заспавнился на какой-то секретной карте в Чикенгане. Что? Охренеть. Такую же карту хотели в Чикенган добавить вроде бы. Вы помните видео, когда плеер снимал? Плеер 11К и Дэн 19К тоже, по-моему, снимал про эту карту секретную. Вау, вау, машина, реально. Прикольно. Так, давайте спрячемся от всех, чтобы меня никто не нашел. Я ставлю здесь, например, бочку. Она взрывается вообще? Получай, бочка. Она просто на взрывательную бочку похожа. Она взорвалась, реально! Да черт возьми, что вам от меня надо? Отстаньте от меня! Я должен отомстить тому чуваку. Где же он? Вот он летает, вот он. Получай, получай. Я его завалю сейчас, смотрите, смотрите, смотрите. Чуть-чуть КП, да! Получил, получил, да? Ха-ха-ха! Он нападает на меня, нападает, ух, черт! Получай, бро, я тебя завалю. У него какая-то супер секретная пушка, жесткая. Ой, даже это тебя не спасет. Получил какой-то зеленый огр. Давайте переходим в следующую игру. Мем Варс 2, ребята, заходим. Мне уже интересно, что это за игра такая. Я слышал, что эта игра популярна, что в нее играли очень много игроков. А что это такое? Что это? Играть. Так, мне уже интересно. Сервера, как в Чикенгане. Вау. Итак, гейм какая-то 25-32. Я также могу летать. Смотрите, какая огромная карта. Вау. Вау. Почему в Чикенгане нет такой карты крутой? Я хочу в Чикенган такую охрененную карту. Вау. А ну получай, а ну получай. Чё ты едешь тут, а? А ну выходи из машины. Получай, получай. А, я могу гранаты кидать бесконечно. Получай, получай. На-на-на-на-на. Меня убили, меня опять убили. Ну, в принципе, неудивительно. Я просто нубище в этих играх. Так, я хочу уничтожить кого-нибудь. Ломаем машину, ломаем машину. Ломайся. Сломал. Так, 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 так.
Да, смотрите, я его убил. Стоп, тут есть кнопочка песика. Мне интересно, что эта кнопочка делает. Песик? Да я не успел нажать, меня убили. Черт возьми! Песик, нажимаю. Охренеть, у меня теперь есть свой песик. Чего? Маленький песик, он бегает за мной. Прикольно. Я хотел бы проверить еще кое-что, если я возьму предмет. Стоп. Стоп, в этой игре можно отдалять предметы, чего? А почему в Chicken Gun'е такого нет? Разработчик, а ну быстро добавил такое в Chicken Gun. Переходим к следующей игре. Посмотрим сейчас, как первая часть мем Варса отличается от второй. Вторая была прикольная, но вот первая сразу видно, что уже более старая. Я пишу ник Китик и сразу же начинаю играть. Так, давайте я зайду на рандомную сервер. Получай, получай, что ты в меня стреляешь-то, черт возьми. Так, 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 так. Я его убил, я убил его. Нормально, я могу летать, я могу кидать гранаты. Бесконечные гранаты. А, нормально. Дождь из гранат, получайте, получайте. Вы все мои враги, я вас всех уничтожу. Ха-ха, да. Я их всех гранатами валю, смотрите. Вы видели, я просто их закидал гранатами, они все взорвались. Я тоже могу заспавнить песика, смотрите. Прикольно. А я могу убить песика, ну-ка. А ну-ка, песик, получай. А ну-ка, песик, получай. Гранаты тебе вот. Покушай граната. Нет, я не могу убить песика. Смотрите, промчался как. Так, получай, получай гранаты. Гранаты, получай сюда гранаты, взрывайся, черт возьми. Я взорвался на своих гранатах, чё? Ладно, ребятки, переходим в следующую игру. Strike Fortress. Мне интересно, что тут будет. Вот такое меню, неплохое, я бы сказал. Я никогда не играл в захват флага, давайте зайдем сюда и посмотрим, что это такое. Получай, получай, получай. Я против синих, получается. Давайте его завалим, он даже не подозревает ничего, смотрите. Да, я его убил, но меня тоже убили, черт возьми. Где чемоданчики? Они где-то под землей, что происходит? А ну получай, захватил он наш чемоданчик. Что происходит-то здесь, я не понимаю. Так, аптечка, аптечка, используем. Гранаты кидаем, у них какие-то ракетницы жесткие. Охренеть, а ну получайте. Так, я уничтожил какого-то чувака, и меня тоже убили. Это полная жесть, ребят. Я просто не понимаю, что происходит в этих играх. Честно говоря, из всех игр мне больше всего понравилась Мем Варс 2, потому что она выглядит прикольно, она выглядит динамично, а это очень важно. И в ней есть функции, которых нету в Chicken Gun'е, таких как, например, отдалять и приближать предметы. Я сейчас нажимаю играть. Реклама. И вот я на сервере. Я могу быстро перемещаться с помощью какого-то там полета супер жесткого. Тут все очень быстро и динамично происходит. И тут вот такие вот офигенные прикольные карты, которых нету в Chicken Gun'е. Но все равно Chicken Gun самая лучшая из всех этих игр. Это просто мой фаворит, который выделяется из всех остальных игр. Поэтому его я и назвал самой лучшей игрой из всех этих, да. Не считая Chicken Gun'а. Chicken Gun лучше всех этих игр на голову. Поэтому, ребятки, тут даже говорить нечего. Обязательно пишите в комментариях, какая игра понравилась вам больше всего. Всего лично мне вот это вот, возможно, вам что-то другое понравилось. И также пишите, в какую игру мне сыграть в следующих роликах. Будет интересно почитать, какие вы игры мне предложите, потому что я буду читать все ваши комментарии. Смотри видео, которое вылезло у тебя на экране. Я над ним очень сильно постарался. Ребятки, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Китик. Обязательно про колокольчик не забудьте.